Всім доброго дня. Хто не хоче пиріжку, а де з капусточку? Куди його їздив, набрав та купив. Це тобі дам. Місто хліба, мені подобається такий лаваш. Правда, вкусний, хороший. Це я не знаю, бери пиріжка, я один зараз їм, то в воду занесу. Тільки я не пам'ятаю, якісь капусти, якісь картошка, що не пам'ятаю, то не пам'ятаю. Вже не пам'ятаю. Бо вона так давала, то я... Там на базарі продають. Ну, так ти ж не пам'ятаєш, як я вже не перший раз був. Звісно, що гарячі, вони тільки зробили. Та чого нельзя, Господи? Не хочеш, то як хочеш. Воно не сильно гаряче. Вони тільки їх зробили. Капусту? Це, по-моєму, з картошкою. Недобро. Бери. То гарячі. А які хороші. З картошкою. Це з картошкою. О, а де з капустою? Капуста його. О, я з капустою. Ну, бери з капусти. Це з картошкою мені попалося. Бо вона пакети клала, то й непонятно. Ну, а на чому жарити? На олії, правда? Пирожки на чем жарить? У тебя должны быть с капустой. А, то ты хочешь укусила, и сразу капуста вылезла. Бо чебуреков не было те, что я брал. Но тесто хорошее, правда? Чалик спрятался. Жарко сьогодні. Ох, яка наша роза, красотулька. І це вже відкрилося. Ну, жовта сильно пахуча. Що-то сьогодні Мурчик не приходив. Мурчика, а прийшла Маркіза. А прийшла Маркіза. А що на тебе боїться? Ні, не боїться. О, та чого ти так? На. Ходи. Мура, а що ти, на. Ходи. Єш. Не бойся, Мурочка. Єш. Єш. На. На. Чого ти вже боїшся? А не хочет, может она сухого будет, что-то не хочет. На, на, Мурочка. Бери, что ты хочешь. Выбирай. Все, сегодня ты не голодный? Ты не голодный? А что ж ты хочешь? М? Пришла, чтобы тебя погладить? М? Ты пришла, чтобы тебя погладить? В гости к нам пришла, да? Пришла девочка в гости. А Мурчик где твой? Кс-кс-кс. Мурчик, где твой Мурчик? Друган твой. Ну-ка, молодец. Погладили ее. Аж потом она кушает. Там многие пишут, посмотри, это не сиамская кошка. Ну, похоже на сиамскую. Я знаю, какие сиамские коты. А красивая кошечка. Видно, что она молоденькая. Да, я приготовил Мурчику мазь. Думал, ему помажу лапку. А то не Мурчик пришел. Где же наш гуляка, что он не приходит? Сейчас, может, придет Мурчик.
Вроде кон был за забором, бы наши собачки лаяли. Я их загнал домой. Водичка тут сверху, выпрыгнешь себе, попьешь водички, хорошо? Наелась, что она вытворяет. Крутится. О. Довольная, да? Ты еще такая хорошая. Ты видишь, ты видишь, ты видишь? А. Я знаю, что ты своеобразная такая девчонка. Своеобразная девчонка. Мне кажется, что у нее будет эти... Котята? Котята, да. Ну, может. На чья-то, наверное, кошечка, да? Наверное, не уходит. Наелась и балдеет. Тебе у нас хорошо, да? У нас всем хорошо. Сонечка ты такая. Как тебя зовут, а? Как тебя зовут? Маруська. Иди поешь еще, иди. Боже, она такая легенькая по сравнению с Мурчиком. Угу. На пушок. На, поела чуть корма, угу. Потом жидкого, кашу поела и все. Она не голодная. Ну, молодец. Воробушек. Угу. И она ловила их. Охотница. Идет к нам домой. То Мурчик гулял у нас по двору, теперь она гуляет. Пока наши барбосы дома, то пускай лазит. Спряталась у них. Она хочет воробья словить. А я тебе говорила, вот такую малепусеньку сиамского котика. Тоже принесли, сдали. Или какую-то там я читала девочки. Ну как хорошо, что Светланка делала окрошку. Я еще говорил, что за много. Ну, сейчас как раз на улице жарко. Мама захотела окрошки. Ну и классно, не надо ничего варить. Тоже мы второй день или третий день окрошку едим. Супер. А что ты клубнику не ешь? Клубнику чего не ешь?
А еды что пооставалось еще после вчерашнего? Полно. Что ты еще будешь? Давать тебе что-то колбасы, сыра, хлеба. Хочешь то головаша? Больше не хочу. Ты на что ты начинаешь? Ну яка разница, будем есть его, то что? А той хлеб запечатанный, черный хай будет. А цей так будем есть, то и все. Он свеженький. Лучше свіже їсти, чим держати, щоб воно засохло. Хватить мені? Хватить. Долечка, а ти що? Ти ж їсти не будеш, дорога. Так і їсти не будеш. Жарко. Доля побігала, побігала. Хоч іди, йди. Я не сідаю, йди. Запригуй на стульчик, запригуй. Запригуй. Запригуй, артистка, дай. Молодець. Ага, а нічого не дадуть їсти. Оце да. Мама тобі нічого не дасть. Що ти хотіла їсти? Окрошку? Ага, а вона нюхає носом. Раз-раз, шмих-шмих. Думає, що ж ти там такого вкусного їш? Так, живете, да. Ага.